Так, ну что, я почти спас своего друга. А, там, кстати, твой стоит сейчас. Сейчас я его спасу. Блин, что ты там кидаешь, Карлин? Где? Ну, я даже не вижу посылку. Блин, яблоки. Фу, гадость. Боже, мы там еще стекла делаем. Сколько же я их там попросил сделать? Ой, кажется, мы кого-то убили. Я не хотел. Интересно, с кем они боролись? Да как с кем? Чуваком одним. Жил да был один клевый чувак, и я его убил. Очень интересная сказка. Да. Такая у него доля. Ну, Карлина, как там у тебя успехи? А то мне надоело заниматься крафтом ресурсов. А вы чем заняты, я вижу? Чем-то очень интересным, я вижу, да? Что у тебя тут? Понятно, понятно. Все с вами понятно. Мои уже просто стоят, не знают, что делать. Так, надо будет их чем-то припахать. Чем-то припахать, окей. Ага, вижу, вижу, работают. Землю таскают. Земля, это да, это очень полезно, да. Я прям в шоке от полезности земли в наше сложное время. Или не так это сейчас мы сделаем, а ну сейчас мы подумаем, как это сделать. Сейчас мы подумаем, как это сделать. На каком оно уровне должно быть? Где-то на вот этом. Нет, на вот этом. Так-т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 ак. Вот. Так вот. Вот. А ты знаешь прикольный мир там, где ты под землей? Где? Вот так вот. Как они это срубили, а лестницу не поставили, удивительно. У меня комфорт уютно, у тебя комфорт по-королевски. Так, королева ты моя. Сколько мы еще будем заниматься этой ерундой? Я уже все свои ресурсы переработал мифрил. Прям все. Как бы не знаю, играет ли это вообще какую-то роль. Ну, пошли. Портал? О, ты готов? Нет, так я даже того не видел, чувака, где. Давай, может, туда просто докопаемся как-то? Так, я вижу, где он. Так я не вижу, блин, нападут на тебя, а я и не пойму, где тебя бьют. Сверху, слева, справа зайдем, откуда? О, я знаешь, вот место... Я нашел, где мы сделаем проход. Мои сейчас туда должны прийти. Это будет такое место справа внизу карты. А ты метки будешь мои видеть или нет? Вот я сейчас напишу добавить. Ой, блин, не то. Добавить метку. Сейчас эту метку поставлю. Я не знаю, будешь ты видеть или нет. Сейчас погоди на карте, смотри. О! Атака. Ататка. Ататка. Видишь, метка ататка? Не вижу. Атака. Справа внизу карты что, нету? Ладно. Что-то они не особо рвутся туда. Они все мне занимаются переработкой этой стали. Все, я останавливаю процесс производства стали и всего остального. Китюня, короче, мы идем справа снизу. Справа снизу под вот этим деревом, под вот этой девушкой, которая нас всех там воскрешала. Да, пойдем по нижней части. Вон они все туда у меня ломанулись. Вижу одного. Вижу. Вот то мы туда идем вправо. Там, где вы сейчас лазите. Ну, это дорого будет стоить. Так, я это слово «ататка» уберу, вот он у меня бесит. Атака, а не атака. Блин, куда? Черт, придется открыть портал. Меня тоже кумарит. Алло, 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 сильно долго. Не-не-не, портал, портал, портал. Будет, они будут ходить долго. И справа, да, эта зверюка? Справа внизу карты. Вот где мой сейчас копает к ней проход. Он к ней копает? Да, туда. Вот, вот туда мы сейчас идем. И прям вверх.
Ну, не вверх, а... Ну, ладно, разберемся, блин. По видишь? Ходу битвы. Да не вижу, котик, я там на месте разберусь. Эликсир ледяной стрелы, ух ты, какая штука. У меня лишь один остался. Так, все, я открыл им проход, они теперь все довольны и счастливы. Я сейчас там 5 этих пушек поставлю. Главное на этого... Чего? Сразу на паука не нападать. Да я не нападаю, я там хочу пушки поставить. Мои стоят, не идут. Интересное явление. А, тут вои стоят. Вон, у меня уже пушка стреляет. Твой принял бой. Красава моя, пушка его прикрывает. Твой с двух ударов выносит любого. Красавчик. Так, тут мой пришел. Тоже такой смотрит, что там происходит. Нимпы, конечно, в полном ступоре вообще. Тут через всю карту не долетают. У них мозга не хватает туда долететь. Зато мои все носят самострелы. Смотри, уже 2 самострела. Все, кто выходят, попадают под это, под раздачу. А здесь ну, что, нет таких пушек, как на нашем, на наших уровнях? Я тоже посмотрел. Но пушка есть. Но мне только стекла есть, не хватает. Стекла у меня знаешь сколько? Ну давай не будем тратить его. Если хочешь, я могу дать. У меня 42 стекла. У меня делается стекло. Посылка. Ну, когда мы к ним пойдем, я как бы уже готов их наказать. Наказать, показать, насколько я крут. Жалко, чаек закончился. Ну ничего. Чай что ли создать? Ё-моё, могу создать 100 чая. Капец. Блин, 126 яблок. Ты чё гонишь? Нафига ты мне их столько докидала? Ой, любимые дитки, идите кушай ты яблочко. Да. Короче, мои там понаставляли прямо у выхода тех ребят пушки. Угу. 5 штук. Никто не выйдет. Так что мы в безопасности. Одна Тесла есть. Блин, зачем они, котик? Зачем? Как ты ту Теслу там будешь размещать? Я, если честно, ну, не вижу. Не вижу в этом как бы особого... смысла. Так, а ну-ка мы тут сейчас закроем проход. Чтобы мой гномик... А, паутина и правда тут есть. Ну чё ты там? Мы уже 5 пушек там поставили. Врага забаррикадировали. Вторая Тесла делается. Можем третью не делать. Не, ну если ты вдруг хочешь с Теслой, то делай. Я просто, ну как бы я не вижу в этом смысла. Но если ты видишь, то коте делай. Да она у меня не поместится. Как ты ее там во время боя ставить будешь, мне интересно. Ручным управлением, наверное, надо будет поставить. Там где-то внизу, когда он будет тех жуков призывать, ты где-то внизу под ним поставишь, да? Может быть. Ух ты, блин, какое там все красиво. Я решил таки посмотреть, что там происходит. О, под ним, наверное, где-то Теслу поставить, чтобы он всю эту мелочь, которая там бегала, выносил. Хм, они теперь пытаются вылезти, а моя пушечка их-то, а? Иди сюда, блин, говорит им.
меня сделано две Теслы. Ну, круто. Но я не знаю, где их поставить. Так где поставишь, там прям евроги. Прям под ними поставишь. Ну, не под ним, а чуть левее, например. Вон где золотая жилка, видишь? Ого, там аж два у этих здоровых кабана. Вон там, где золотая жила, где сейчас у тебя откладывают личинки. Два кабанчика таких здоровых. Вот у там ее и поставишь. И желательно ручным управлением. Или я не знаю как. Чтоб я сразу уже она место тройной такое была. Нашла? Ну что, будем нападать? То ну я всегда готов. Мы всегда готовы. Можем сейчас чаю бахнуть для рывка и вперед. Хотите, я и вашим чаю дам. Все, я поставил вам чайку. Вы тоже сейчас бахнете и как ломанетесь. То ты портал открыла? Угу. Ну, если хочешь, можем напасть. Я вполне готов. Дай пока выбрать номоконтроль и поставлю Теслу. Чего они меня тупят, блин? Это ты мне яблок накидала на стол, нет? Да. Блин, ну ты... Ну набить тебе жопу. Ну нахрена ты это сделала? Вот теперь у меня не помещается чай. И они не могут выпить чая, чтобы бежать крутыми в бой. Каролина, плохая девочка, блин. Теперь мне придется потерять время на удаление стола, на размещение стола и на размещение чая, блин. Ой. О, твои я увидели ресурсы знаю, и бегу. Все, твои все увидели, прибежали, собрали. Молодцы. Чего они, блин? Мой стол. Свободный, блин. Я не знаю, где поставить Теслу. Да блин, у тебя такая проблема на ровном месте. Как-то ты не знаешь. Жилу видишь снизу золотую? Там вон яйца еще стоят. Жилку золотую видишь? Ну как ты не видишь? Жила золотая, блин, ну маленький квадратик. От твоего портала на три клетки, блин, вправо. И вот там и ставь. Все, я наконец-то смог своих накормить, напоить. Ну чё? Ага, они получают от моей этой штуки. Они не могут вылезти, потому что мои пушки стреляют, понятно. Ты снова потратила денежку. Так что, мне звать мою банду сюда или нет? Да? Звать. Я могу атаковать кого-нибудь? Угу. Ну окей. Я нападу на яйцо. А ты там Теслу разместишь. Ой, там мои пока дойдут. Мы пешком бежим. О, у меня уже некоторые прибежали. А то там можно где-то ставить Теслу. Ты будешь ее устанавливать или во время боя это вряд ли получится? Или ты ручным управлением? Да мы его и так завалим. Я чувствую. Ого, тут мифрила всякой вкусняшки. Я сейчас призову нескольких импов, чтобы они разгребли все. Но у них, наверное, мозга не хватит туда долететь. У нас все, в принципе, получается и без всяких Тесла штук. Этот особо не нервничает, чувак. Он сейчас у меня сам просто умрет. Чем твои заняты яички, это самое?
Он сейчас спустится, не переживай. Чё-то какой-то он прям такой страшный. Жизни дофига. Но зато мои импы потихонечку подтаскивают ресурсы. Вызови импов, чтобы твои воровали. Это королева колонии. Да пофиг. Очень опасный. Не такой уж. Да, она тупит. Да, у нее что-то с интеллектом. Импов вызвала, чтобы они тоже да, носили. Да, у меня 18 импов. А, ну все. Надеюсь, у них мозгов хватает. Короче, настолько жесткий босс, я просто в шоке, да, Каролина? Прям такой страшный. Очень. Это может, мы его страшно? Не будем? Слышь, может, мы не будем ее убивать? Слышь, давай его не будем убивать. Я отменил. Королева очень... Да. Я отменил ее убийство. Слышишь, чтобы мы успели все собрать. Ладно. Кого они там бьют? Королеву. Так отмени, или нельзя? Так я уже отменила, они все равно ее мдох. Ну нажми домой вернуться. Забьют же ж девочку. Так пусть. Так какой пусть? Ну ладно, пусть так пусть. Просто там вот столько мифрила лежало. А, ты решила так? Ну тоже вариант. Тоже вариант, Каролина, молодец, это хорошая мысль. Ну, туда мои тоже побегут ее убивать. Конечно, вряд ли успеют. Да. Думаю, твои уже прикончили, пока мои бегут. Да, очень опасно. Наверное, у нее что-то с интеллектом случилось. О, последний выстрел будет за нами. Скажи, пожалуйста. Да, было жестко. Блин, ты как-то... Да? Не, ну это же я за счет того, что всяких там убивал козлов. 30... О, это уже чуть-чуть лучше. Ну да. Возвращение домой. Блин, да? Капец, Каролина, 3 часа ты, 40 минут мы с тобой играли. У тебя какое-то кольцо и стрелы. Круто. 50 крутых стрел, сейчас я вернусь назад. Ну, возвращение, победа, возвращение домой. Да, жалко, не дают доиграть. Ты же говорил, не надо было ее коцать. Так, у меня тут что-то такое, блин. Зато тут какие-то у меня полулохи. Мамочки. Полураздетые. Сколько здесь? Ресурсов? Ага. У меня прям игра чуть-чуть тормозила. Ну да, есть такое. Блин, вот это у меня прикольно. Влево, право, влево, право, влево, право. Чувак не поймет, кого бить. У меня сейчас луна красная. Йети, убить Йети. Если луна красная, оба могут в оборотни превратиться твои. Там надо зелье от ликантропии, по-моему, или от вампиризма создавать. Могут стать безумными. Ого. А что значит перманентно навсегда? У меня, знаешь, что вот тут за кольцо было? Кольцо... Значительного ускорения. Перманентно ускоряет перемещение гнома на 30%. Гном на 30% быстрее будет бегать. Первый раз такое вижу. Ну, я пока его одевать не буду. Я никаких зелий таких не вижу. Мана, скорость. Блин, что у меня тут происходит, вообще непонятно. Низкое здоровье почему-то. Так, я сейчас дождусь, пока мои сгребут все ресурсы, и это самое. Ну и выйду, короче, сохранюсь. Я сделала все 3 книги. Так ты тут книги можешь создавать вообще все-все-все. У меня тут такое происходит. Мне не хватает черни. Я, конечно, какие-то там книги создаю, но походу они, наверное, уже и не нужны. У меня там еще какие-то книги создаются. Высшая магия. Надеюсь, им эта луна не навредит. Ну, возможно, обезумеют некоторые.
Ох, у меня тут такое, короче, я уже несколько раз выходил в биомы, но еще порядки у себя не наводил. Ох, у меня сейчас все тормозит, это капец. Они наконец-то добрались до склада. Капец, что происходит. По-моему, все тут барахло, всю воду, которая у нас там была, все принесли. У меня прям, не знаю где, нет, это не дом. О, мы все отнесли, кажется. Вот такие штуки, черепашки. Так это у меня, наверное, тут сейчас ресурсов будет по 999. Это даже, наверное, опасно, наверное. А воды, наверное, столько, что они уже не могут ее, что ли, отнести. Та не, 93. Странно, вроде бы на картинках столько они всего носят. Жаль, что мы не смогли перенести яблоки. Я не пойму, у меня на картинках такое чувство, что прям капец-капец они столько всего могут, ну, столько всего нанесли. А вот смотрю, они почти ничего не принесли. Ой, не-не-не. Наверное, не буду его атаковать. Кого? Да есть тут у меня один чувак. Такой хранитель тут. А чё мы воду что-то не относят? Странно. Боюсь, чтобы мы не напали на этого, на дядьку того. Вот придурочный, блин. Странное происходит. Вообще непонятно, у меня тут происходит. Ну ладно. Блин, мы случайно таки напали на того чувака. Кого? Нет, домой. Да на того хранителя случайно напали. Понимаешь, у них такие молнии, у моих, которые могут ранить сразу нескольких. И заодно ранили и того хранителя, который бережет, ну, такое место, портал или как назвать, где приходит божество и награду мне дает. Так, Каролина, того хранителя? Там? Да, и они молнией когда стрельнули, кажется, его зацепили. Так, главное, чтобы никто не умер, так как это будет очень жалко. Где он делся, тот чувак? А вот он теперь. Я надеюсь, он не злой и забыл обиду. Этот чувак злой? Ты хоть бы наушники сняла. Заворот называется. Выключи сейчас. Поверни. Так, ребята, ко мне в комнату пришло дитё с наушниками, которое не знает, что такое заворот и в этом духе. Так, много тут чего интересного у нас происходит, но это у нас будет в следующей серии. На данный момент я уже дважды был в биоме и ни разу после этого еще не играл и не смотрел, что у меня тут происходит. Что это? Это магазин, что это? Ребенок еще не видел такой уровень. Да, тут такой магазинчик у меня. Да, мы прошли все биомы. Это было интересно. Теперь буду на какой-нибудь распродаже докуплю остальные дополнения к игре. И, ну, не знаю. Посмотрим, что там за новый уровень в восточном стиле и так далее, и так далее. Этого чувака, конечно, ну, тут сложно было его не зацепить, когда у меня молния стреляла. Каролина еще не видела, что это. Ты ложишь туда какие-то вещи, а тебе за это потом будет награда. Я туда в основном ложил золотые эти яйца, пока... Нет. А, яблоки. А вот яблоко снова расцвело. О, а у меня это яблоко пропало, а теперь я вижу, снова появилось. Короче, ложишь, смотри, Каролина, вот сюда что-нибудь полезное. Что-нибудь хорошее, качественное. Он потом оценивает твою награду. А его нет, он со временем приходит.
Если ему нравится, вот тут все, вырастают деревья, кусты, всякое добро, и он дает тебе что-нибудь крутое. Если же ему не нравится, ну, если честно, не знаю, что будет, если не нравится. Он у меня всегда был удовлетворен. Так что, ну тут такой монстр на полкарты вылезает, ты его еще не видела никогда. Что-то это за лестница, конечно. Тайна. Непонятная тайна. Тут у меня гномы вообще в самом начале своего пути. Сейчас я дочке покажу. Вот смотри, вот такие мы отравленные стрелы получили. Ух ты. Повреждение на некоторое время отравляет врага. Тут видишь, мои вон вообще без одежды ходят. Без одежды. Это, кстати, вот с прошлого нашего забега. Вот. Вот эта бронька с нашего прошлого забега. Броня 32, подвижность минус 10. Броня эльфа в ледяного биома. Ну, короче, вот такой у меня уровень тут. Нет у меня еще никакой крутой защиты Каролина от волн. Я просто много домиков наставил. И когда приходит волна, враги отвлекаются на вот эту живность, на мою. А я тем временем их бью. Гном тонет. Понятно. Новое задание. Технология взрыва. А вот это все я прокачиваю. Именно он. Книга трансформации веществ. Просто... О, закончилась бумага. Просто, Каролина, создаю книги. И вот это все. Вот смотри. То ты еще не видел. Вот у меня корпус машины. Стальной бур. Деревянное колесо. Кристаллический бур. Но у меня пока еще нет самого рецепта, чтобы ее собрать. А все прокачиваю, Карлинка, я тупо книгами. Вот такими книгами, вот такими. И здесь где-то тоже, возможно, есть книга. А, вот такая красная книга. И вот это тоже можно прокачивать. Ну, на данный момент у меня бумага. Ну, я понял. Короче, все, ребятки, я с вами прощаюсь. С вами был Ник Фрост. Уже 3 часа 49 минут, где еда, кто-то тут умирает с голоду. И мы увидимся в новой серии. Все. Всем пока-пока. До новых встреч.